Всем привет, и если вы смотрите это видео, попали на мой канал, с вами Андрей Фуэр, добро пожаловать обратно в Lich Brave Souls. Сегодня у нас забит слот на инвентаре на персонажей, и сегодня мы будем проходить Espada Challenge Awakened. Да. Сегодня... Так... Давайте продадим конов, которых я выбил на бананзе. Ну и, конечно же, всех этих трех звездных. Я чую, мне придется потратить несколько, там, не знаю, орбов 20, чтобы купить мест на персонажей, потому что слишком уж их много. Так, ну вот так будем делать. И что возможно продать, что нужно продать, что мне не нужно, то мы продадим. Так. Отлично. Все. Так, где он там? Вот он. Сегодня будем проходить все это за Банкена. Потому что здесь одни аранкары. И настал его черед. Итак. Билетики, как обычно. Два вот таких билета. Самое главное. Награда. И пройти за 3 минуты, не помирев ни разу. Ну что ж, начнем по порядку с оранжевых. Боссы не меняются, остаются теми же. Ну и хорошо. Так, значит, против фиолетовых. Ну, тут мы постоянно будем брать с собой Банкена. У нас сегодня Брокен Тима. Все три кенпачи. Ну, не все, а три. Итак, возьмем с вами его. Потому что он убийца Эспада. А у нас враги все Эспада. Потому что у нас Espada челлендж все-таки. Вот. Ну, я думаю, за Банкеном мы уложимся. Вовремя. Вот. Итак, поехали. Давайте. Ну, вылазьте уже. Ах ты, собака, сука. Так, начало не очень удалось, потому что у нас с вами были мобы, не вылезли все из-под земли своей грязной, из-под песка. Но зато сейчас все в порядке. Во. Отлично. Два этапа пройдено, осталось еще два и босс. На одном из этапов, наверное, на следующем активируем Банкай. А может и нет. Бакайруга. Итак. Готовы? Банкай. Ни пальши, ни палаточки. Прервалась запись. Давайте. Завалим этих аранкаров. И все, босс. Зверяпора. Гранц. Так, вот тут лучше пока отойти. На всякий случай, у него ульта на весь экран бьет. Че, серьезно? Ты помер? Не задел. Все, уничтожили просто. Yeah.
машина. Следующий. Давайте. Ну, его, естественно, тоже за Кена. Он еще и фиолетовый. Это прям отлично. Ульта босса бьет не на весь экран. Это наше спасение, так скажем. Так, у нас, значит... Ага, надо брать оранжевого. Но кого бы взять? У нас оранжевых так-то и нету здесь. Я уже всех использовал, я ходил на рейды. Вот давайте его возьмем. Камикото. И уничтожим этого Уликиуру. Батьку уничтожим. Ну, он в, без рестрикшона. Хотя он даже и в своей обычной форме пипец сильный. Ну, не в игре, а вообще. Смотри, сейчас третьим бахнем. Да блин, опять эти прячущиеся. Они мне вообще не нравятся. Нахрен они тут нужны? Серьезно, ну ты посмотри, ну это полная бредятина. Это как с этими, с ядовитыми. Вот так примерно рейд я и проходил. Полминуты отдали на этот этап. Ну, один из этапов будет короткий, потому что там банкай. А все понимают, что это такое. Ах, пояс. Как же он полезен. Если у вас попадает, то вам легко. Вы не от... Не дергайтесь, точнее, ваш удар не сбивается. Вы продолжаете лупить. Давайте вот здесь вот. Идем на следующий этап. Главное, есть смысл ультовать на этапах. Потому что персонаж становится сильнее. В гребаных полта... Ой, полраза. Ну, в полтора, чем если... Короче, на 30% сильнее становится. На 1,3. Вау. Бакайруга, понял, да? Кто ты такой? Вообще, Бакайруга переводится как придурок, типа там, что-то типа того. Ну, это шкин патчи. Что еще от него ждать такого? Выражается нехорошо. Так, синий, значит. Синий. Ага. Эх. Так. Опять. Так, синий, значит, берем зеленый. Не. Тесай. Зачем Тесай ставить, не знаю. Давайте возьмем... О, убийцы спады. Отлично. Прям то, что надо. Ичиго, который мне не выпал за 4000 орбов. Это много. Я бы даже сказал, очень много. Это если я с 4 персонажей 5-6 звезд сразу получаю только 500. А тут 4000. Да даже эти 500 орбов, почти 600 орбов стоят... У нас 6000 рублей. Это что такое вообще? Вообще несправедливо. Ну а кто мы такие, чтобы донатить такие деньги в обычную игру? Потому что 6000 ради 585 орбов, это, по-моему, какая-то... По-моему, это, мягко говоря, неправильно. Да вылези уже, мразь. Тут ничего удивляться, нечего удивляться, что я могу попадаться под удары, потому что без спринтера я не привык играть. Но с поясом, в принципе, достаточно легко становится. Главное, не парализует, вот что хорошо. Потому что они могут. С небольшим шансом, но могут. Хотя, вроде, шанс там... Достаточно. Ну, процентов тоже 20-30, может. А может 2, как у вас.
Ну, как у ваших персонажей. У любого персонажа шанс наложить дебаф 2% всего. Это очень мало. Даже меньше, чем шанс упадения пятизвездного. Представляете? Вот это да. Ну все, пора. Активировать банкай. Drink not... Че, все? Да, я думал. А я-то думал, это был третий этап только. Ну-ка, давай-ка. Во, давай-давай-давай. Не дожил. Ну, ладно. Главное, снес максимальное количество. Срубил башню этому. Кто там? Гримджоу. Так. Зеленый Старк. Старик. Да. Ну что, билет откроем уже скоро, потому что скоро уже будет у нас с вами... Погоди, а кто синий убийца ранкаров? Ты? Да. Ну вот и без XR вообще пустой. Ну еще возьмем фильм у Тошера. А, во! Во-во-во. Энзан. Привет тебе. А... Че я говорил-то? Ой, не помню уже. Ну и ладно. Татакаю Хаджимиузе. Да господи, хватит прятаться, вы сакунишки мелкие. Скажите это мне, типа, и че от босса прячься? Ну да. Ну, чтобы не подохнуть от его ульты. Ну, с 2000 хп я точно не помру. Поэтому париться не о чем. Хотя по мне босс ни разу не попадал еще. Давай, третий. О, отлично. Давай, давай. Вылезайте все трое. Бо. Ну-ка. Это был зеленый кенпач. Кендокен. Пауэркен, кендокен, брокен и банкен. Вот они, все кены. Вайдэ не считается. У него нет ни флури, ни пояса. Это не кенпач. Это так. Это зараки без своей силы. В форме человека. Кстати, вся озвучка кенпачи именно этого YD, она взята вся, точнее, от этой озвучки появился Брокен, потому что все голоса, все звуки, ну, все его фразы, которые он использовал именно вот с руки и приемов, это точно так же, как и у Брокена. Ульта, конечно, другая, но... Стоп, я что, на зеленых взял? Погоди. Я не понял. Я на зеленых взял его, блин, а я думал... А, ну да, надо было красный брать. Ну ладно, не подумал, чё уж. А я что думаю, синие против плюс идут. Ну да, синий в плюс зеленым, а я думал наоборот. Ну ладно, думал, не думал, но мы прошли главное. Ой, а последний остался. Да, ну, интересно. Слишком коротко. 831 орб у нас будет, когда мы пройдем это. А, билеты, точно. В конце каждого месяца же открываю билеты. И вот. Следующий билет. Следующее открытие будет 30 июня. Ох, 31 июля уже будет второй степап начнется, потому что первый начнется 23 июля. Попробуйте только после этого вопрос, если вы до сюда смотрели, только попробуйте с этого вопроса задать вопрос, когда будут степапы в комментариях. Я удалю сразу коммент, потому что я только что сказал,
что они будут 23 июля. Даже если не досмотрели до того момента, я уже задолбался. Я уже столько раз говорю, что они 23-го. Но меня как будто не слушают. Поэтому я не буду больше говорить, а буду просто молча удалять комментарии. Потому что это... Ну, блин, уже все, надоело мне. Пора чистить. У меня на канале брата есть все про степапы, и когда они начинаются, и вся их, о них информация. Если интересно, вот посмотрите, там в подсказках должно быть. Я оставлю запись про это. Так, это третий этап или это второй был? По-моему, третий уже. Вот это четвертый. Буя! Вот это мощь, вот это я понимаю. Блин, ну думал босса завалить Кеном, а получится бан Кеном. Я думал Кенду, а он же убийца спада. Но его проблема в том, что он... О, даже не успела ничего улетануть. По-моему, даже приемов не успел использовать, только сурки побил и все. Все, The Soul Reaper армии пройден. Билетики получены. И можно заканчивать серию. Точнее, видео. Какую серию? А, ну да, 289. Так, осталось 60 карбасов схватить, и все. И Хугиоку получит. 31, в смысле, а всегда было 32 задания. Так, нас обманывают. Смотрите. В общем, друзья, на этом я хочу с вами прощаться. С вами был DriveFoyer. Всем спасибо за просмотр. Скоро мне дают 30 орбов. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группы во все, которые есть в описании. Также по всем ссылочкам. Извините, следуйте. И смотрите видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи и всем пока.